У Галины Загорской забирают не кровь, а тромбоциты. Процедура так и называется – тромбоцитоферез. В одной из больниц города ребенку понадобились тромбоциты. И вот Галина приехала в областную станцию переливания крови. Помогаю детям, просили, ребенку приехал, поэтому. Теперь пакет с тромбоцитами спасет чью-то жизнь. Конкретное имя не называют, видимо, врачебная тайна. Остальные же сдают кровь. В каждом пакетике по итогу 450 мл. 20 апреля в Национальный день донора в областной станции переливания крови народу много. В другой день, говорят специалисты, не меньше. Сегодня у нас акция проходит очень активно. У нас очень много молодых людей. То есть у нас сейчас в эту акцию приходит ежедневно 80-70 человек. Вот это количество доноров нам позволяет полностью удовлетворять все заявки медицинских организаций. Кровь каждого донора обследуют на сифилис, гепатит В и С, ВИЧ. Анализы приходят уже на второй день. Всю собранную у доноров кровь помещают сюда. Это электрозамораживатель. Сюда влезает 12 пакетов крови. Все они подвергаются шоковой заморозке. Донором может стать каждый здоровый человек старше 18 лет. Верхняя граница была раньше, теперь возраст не важен. Главное – здоровье. И вот к акции решили присоединиться и сотрудники Росгвардии. В этом году я уже сдаю кровь второй раз, поэтому как только появилась возможность сдать кровь, я сразу пошел. Кровь полицейского, инспектора, учителя или студента – здесь она становится просто кровью первой группы, резус положительный. И в тот момент, когда это необходимо, может спасти чью-то жизнь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».